Всем привет, друзья! Сегодня мы приготовим одно из незамысловатых и любимых блюд студентов – жареные макароны с яйцом. Как приготовить такое простое и вкусное блюдо, смотрите в сегодняшнем моем ролике. Надеюсь, многие из нас, друзья, были когда-то студентами и случались жизненные ситуации, когда необходимо быстро и вкусно что-нибудь приготовить и утолить аппетит. Такое блюдо приходило на выручку. Для приготовления этого простого блюда нам понадобится 300 граммов любых макаронных изделий, 200-граммовый стакан воды, 3 куриных яйца, 25 миллилитров растительного масла, 40-50 граммов сливочного масла, соль и специи по вкусу. Также по желанию можно добавить свежую зелень. Ставим на огонь сковороду, растапливаем сливочное масло и высыпаем все макароны. Перемешав, обжариваем их на среднем огне. В это время добавляем немного соли, взбиваем куриные яйца до однородности. За это время подрумянились наши макарошки, добавляем растительное масло, воду и, перемешав на среднем огне под крышкой, доводим до полной готовности. Макароны увеличиваются где-то в 2-3 раза, после чего мы макароны заливаем взбитым яйцом. Хорошенько перемешиваем и под крышкой доводим до готовности. На это нам необходимо буквально 3-4 минуты, после чего наше блюдо готово. Вместе с яйцом можно добавить измельченную свежую зелень или же, как в моем случае, просто положить ее на порционную тарелочку. Вот такой простой и нехитрый рецепт сегодня я предоставляю вашему вниманию. Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки. А кто не подписан, милости просим подписаться на мой кулинарный канал. До встречи, друзья!